Вы вместе обе, да, зашли? Да. Как выяснили, что у нее что-то болит? Ну, она сама говорила, я больная, огород не могу садить. А вы к ней с какой целью пришли? Да мы тряпки продали. То есть вы раньше ее не знали, да? Нет, конечно. Просто. Просто пришли что-то продать, и она вас попросила? Картошку спросили у них, купили, все. Или на вещи поменять. Между разговором, вот этот разговор у нас вышел. Все. То есть она сама вас попросила, да? Ну, как в смысле? Она говорит, что я болею, болею. А я говорю, я лечу. Деньги вам добровольно дала? Да. Скажите, пожалуйста, за что вы задержаны? За ворожбу. За ворожбу задерживают, да? Задерживают. Кому ворожили, гадали? Женщине одной. Я не знаю, как зовут. И потом просто подошла полиция и вас арестовала, да? Да. Ну расскажите, как дело это было? Ворожила бабушки. Как вы ворожили? Как? Очень просто. Как все выражать такое? Я не знаю, как выражать. Расскажите мне, пожалуйста. А что я рассказывала? Зачем? Расскажите, как лечила вы выражаете. Лечила ее. Ноги ей лечила. Молитвами. Все. Большое впечатление получилось.